Один из самых любимых национальных фестивалей «Ночь Йохора» ежегодно собирает несколько тысяч человек. Это жители и гости столицы. Традиционно в программе мастер-классы, национальные игры и забавы. По словам организаторов, в этом году будут и неожиданные номера. В этом году специально подготовили еще 5 новых йохоров. Мы пригласили с нами поработать это суперзвезду, наверное, самую известную певицу на Бурятии, да, у всех, это Бадмаханда Юшеева. Мы привлекаем, значит, и артистов оркестра, и солисты, танцоры, и волонтеры. Мы все вместе будем обучать простой народ танцу йохор. Отмечу, йохор прост в исполнении, не требует специальных навыков. Движения простые и понятные. Кроме того, артисты театра «Байкал» проведут мастер-классы прямо на площадке этнографического музея. Мы хотим, чтобы народ сплочался, вместе танцевал и знал йохора. Уже завтра, 16 июля, зрители ожидает большая конкурсная программа, йохор-шоу и праздничный фейерверк.